сквере Юбилейный полным ходом идет монтаж театрального катка, самого популярного зимнего места отдыха горожан. Сейчас уже уложены айсматы, которые позволяют намораживать лед при уличной температуре до плюс 10 градусов. Параллельно возводят павильон для проката коньков площадью 225 квадратных метров. Основной корпус, да, где будет находиться пункт по прокату коньков, пункт по заточке коньков и, соответственно, теплое место, где жители города смогут зайти, переодеться, взять коньки на прокат и после этого выйти на лед уже для того, чтобы кататься на нем. Также для комфортного отдыха на территории парка установят фудтраки с горячим питанием. И по-прежнему на катке будет огорожена зона для катания самых маленьких посетителей. А вот сцена в этом году из центральной части переместится ближе ко входу в театр «Наш дом». Площадь катка не изменилась – 2350 квадратных метров. Единовременно на лед могут выходить до 150 человек. Химчане с воодушевлением восприняли новость о новом сезоне театрального катка. Ходила с мужем и с детьми, и с удовольствием катались, и в новогоднюю ночь тоже, в том числе. Идем, будем кататься. Дети довольны. Иногда ходят в театр, после театра можно покататься. Побольше таких катков везде. Это прекрасно, это великолепно. Мне нравится этот каток. Отлично, супер, нам нравится, мы очень любим ходить, поэтому... Мы рады. Информацию о сеансах и бронировании билетов можно будет узнать на официальном сайте. Расписание появится в ближайшее время. Открыть пятый сезон театрального катка планируют 15 ноября при условии отсутствия аномально теплой погоды. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.